Предыдущую я посвящаю своему мужу, где он там. Потому что мы сейчас живем на Валдае, переехали из... Ну, пытаемся жить, и, в общем-то, каждый день там подбрасываем эти полежки без особого эффекта. Так, сейчас на сцену приглашается Арсений Кунин, замечательный молодой музыкант. Что тебе еще сказать? Мультиинструменталист. Ты сейчас, мы играем на барабанчике. Откуда? Я из Петербурга. Скажи себе два слова. А, да, у меня здесь даже микрофон есть, ладно. Я вообще занимаюсь звуковым дизайном, делаю звуковые эффекты. Но я также увлекаюсь музыкой, поэтому люблю играть один или с кем-то. Вот. Как здорово, да, что он любит играть с кем-то, например, со мной. И продолжаем традицию. В 90-х годах, где там Наташа Польская, наш президент нашего клуба «Аврора», замечательно, который, собственно, клуб «Аврора» сделал все, чтобы мы пели. И мы поем. Спасибо, Наташа. И я ходила вот в Восток, и так получилось, что я оказалась в компании Генкин, Глухов, Базалук, которые записывали диск Александра Генкина. Я оказалась в этой компании, мы много сидели, много философствовали под рюмочку чая. И вот песни. Мы в 98 году пели с Элли Тукумцевой вот эту песню. Субтитры сделал DimaTorzok.